Накануне праздника в Рязани по традиции проходит выставка. На ней строительные компании рассказывают о своих достижениях. Капитал строителей жилья представил смарт-квартал «Центральный». Квартал для тех, кто выбирает комфорт квартиры «Смарт 2.0». В таких квартирах просторные гостиные, продуманное до мелочей пространство с нишами для шкафов, гардеробные, дополнительные санузлы и, главное, ни одного бесполезного квадратного метра. Здесь будут современные спортивные площадки с безопасным покрытием, многоуровневый паркинг, предусмотрены 4 детских сада, школа и больницы. Рязанцы видят отношения. Очень часто выбирают покупку квартиры именно у нас. Мы очень этому рады. Ну, благодаря этому мы развиваемся, живем и растем. Я приглашаю всех, тех, кто хочет, просто приезжайте, посмотрите на наше качество строительства, посмотрите на наши детские площадки. Капитал строителей жилья был отмечен региональной наградой. Генеральный директор Александр Захаров получил из рук губернатора знак за заслуги перед Рязанской областью. Кроме того, на областной доске почет теперь есть имя прораба Артема Марковкина. Очень рад, что моя команда выбрала меня в качестве претендента на доску почета строителей Рязанской области. Хочу сказать всем огромное спасибо. Это для меня, в принципе, честь в таком относительно молодом возрасте занять это место. Капитал строитель жилья планирует в следующем году не сбавлять обороты и сдать не менее 100 000 квадратных метров жилья. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».